Давай, 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 Настя, 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 Настя. Обратно, обратно, обратно. Давай, 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 давай. Ксюша, давай! Раз, два. Быстрее, Ксюш! Давай, Маша! 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 Беги, Маш! Еще чуть-чуть. Тоже первый дойдет до пятна на холода. Кто пробежался? Лиза. Давай! Марина! Марина! Ран! Кирилл! Давай, давай, Кирилл! Тихо, не упади! Давай, 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 давай! Молодец, 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 молодец! Давай! Кирилл! Молодец! Давай, давай, Катя, 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 быстрее, 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 быстрее. Катя, давай быстрее. Быстрее, Катя, 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 давай, 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 давай. Катя! Давай, Арина! Ариша, давай! Ариша! Ариша, быстрее! Нет, разломается. Ну, пожалуйста. Яблоки. Вот. Итак, апельсины, яблоки. Кирилл, сядь на место, пожалуйста. Здравствуйте. Я снимаю. Вот сейчас вам их, ребята, и будут собирать. Значит, ваша команда... Здравствуйте, я снимаю, класс! Ваша команда апельсины, яблоки красные. Один человек стоит здесь. Итак, перемешиваем. Яблоки. Ах ты! Апельсины. Все, не надо, ребят, взять специалиста. Не надо, не надо. Итак. Лена Анатольевна. Желтые. Взял одну апельсину, ребята, не надо было. Взял. Апельсину взял. Кинул мешок, отдаешь и потом к другому. Белые апельсины, желтые. Белые апельсины, пока все не соберем. У вас красные. Вы яблоки красные, только красные. Иди отсюда. Взяла, подсветила в мешок следующего. Кто быстрее соберет яблоки или апельсины? Поехали, собирай. Красить свое. И потом отдаем мешок папа. Хватай. Это папа. А какой апельсин? Ай, потерял руками, нельзя только хватать. Да блин, да не надо. Мама мне дала. Добрый привет, Габилон. Я в Афилии Алисина. Мы сейчас посмотрим. Никто не садится, бегаем по несколько раз. Да, мне сказали. Так, хорошо, работаем. Можно мне? Да, пока еще непонятно. Да,
Меньше. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ровно, ровно. Ровно, может быть, быстрее будет. Так, вот уже видно, что почти ровно идут. Но позже быстрее. Или яблоки, или апельсины. А мы яблоки меньше. Да? Яблоки меньше, апельсины, апельсины. Раз, два, три, четыре. Яблоки. Апельсины много еще. Четыре яблока. Уже три яблока. Бабушки и братовские девушки. Первым даем, потом поворачиваемся. Завязываем. Кто быстрее? Кто быстрее? Один. Давай. Так. Все. Все, дальше. Поворачиваем вот это. Быстрее. Да вы неправильно! Он должен ей завязать! Он должен ей Арине завязать! Давайте, раз. Почему вас опять решили? Встаньте, встаньте. Поближе. Раз, два. Яна, раз, два, три. Ну что, уральские бабушки, девушки, поехали. Кирилл, сядь! Кирилл! Третий рыжий ап. Тоже рыжий ап. У кого рыжий ап? А он хочет немножечко узнать про вашу школу. Сколько в вашей школе этажей? Два! Сколько в ваших классах дверей? 15 дверей. 16! И в одном классе? Одна! Это что за класс? А, я сказала в школе. Вы сказали в школе. Вы сказали в школе, сколько дверей. Вы сказали. Вы сказали в школе. Сколько в школе этажей? Сколько в классе дверей? Так, они в школе? Какого директора школы? Демидова Елена Михайловна. На каком этаже делают уколы? На первом. Про уколы знаем. В больнице, не на... В больнице. Так, на какой улице стоит школа здания? А кто из вас не выполнял домашнее задание? Иногда. Правильно. Сейчас каникулы двое не поставят. Я не выполняла. Мы никому не скажем. Сейчас каникулы говорить можно. Ну что? Я иногда не выполняла, когда не знала, что. Что говоришь? А, танцевала.
Вот тут я спец. Да умеет они кричать, умеет они танцевать. О, сейчас Ваня зажжет, о, сейчас вот этот Ваня зажжет. Ну, два Ваня. Ну, тогда поехали. Посидим. Молодцы. Так. Кирилл, сядь, пожалуйста. Ты хочешь еще проверить? Ну ладно. Цыпа! Цыпа! Нет. Полностью вот ваша команда стоит около ваша. И полностью ваша стоит. Шаг вперед делай. Шаг вперед. И выше. Снимешь? Так, а чего вот эти у нас сидят? Ладно. Ближе тогда друг к другу. Подходите, команда. Сейчас. Stand up, please. Показать песню. Это как? А вот что услышите, какой будет текст, вы должны или спеть что-то, или станцевать, или что-то показать. Ну что, раз больше с вас начнем. Итак, ваша песня. Никаких лишних движений, слушаем. Что делать? Поднимем ручки и будем танцевать. А чего они не выбирают никого? Надо же выбирать кого-то. Выбирай кого-то одного. Мы играем. Молодцы, помнили. Вот надо было просто показать ручьё. Мне понятно было, что это было. Да, улыбай, не щелится, улыбай. Для нас. Молодцы! Никаких лишних движений. Ваша песня? А ты же показывай, Титаник, как корабль. Один корабль. Давай, да. Один. Нет, только один, Титаник. Один только. Все. Один, второй корабль. Давайте, один. Кто у нас на палубе стоит? Стой на палубе. На палубе стой. А мы корабль. Надо было показать Титаник. Помнишь, не сообрази, Маша. Господи. Что делаем? Ну, быстро. Лайте, вы собачки. Я знаю, как я вас собака. Вы давайте раньше подать. Надо было просто всем гадать. Вы не поняли? Все внимаемся! Так, и рыжаку. У нас уже три рыжака. Посадитесь на свои места, справились с задачей. Ну а сейчас... Сейчас последний у нас. Вы будете их фотографировать, а вы позировать. Вот так вот.
Ой. Итак, мы китайцы. Пошли, снимаем китайцев. Мы тоже китайцы. Все китайцы. Дальше. По кругу пошли. Мы китайцы. Здрасте. Так, пошли по второму кругу. Вы в очках. У меня одно очко, я профессор. Я профессор. Два, 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 два,